Коллеги, рядом со мной Елена Войцеховская, она спикер нашей деловой сессии сегодня. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, какие проблемы, какие вопросы сегодня поднимались? Сегодня на сессии поднимались вопросы развития кондитерского производства, развития собственной торговой марки и рассматривалась позиция точки роста в условиях пандемии. Очень интересно, как себя чувствовали кондитеры в условиях пандемии. Я подразумеваю, что, скорее всего, был всплеск продаж. Как ни странно, но продажи именно этой категории кондитерки не упали, а только выросли. Например, мы вообще централизовали свое производство, и из небольшого производства в каждом супермаркете централизовали два крупных производства по выпуску замороженных тортов с выпуском 60 тысяч тортов в месяц и отдельное производство замороженных пирожков, печенья, пряников, хлеба ручной работы, тоже с повышенной мощности. Увеличили свое производство в 3 раза, то есть объем тортов мы с 4 тысяч в месяц увеличили до 12, а объем замороженных десертов с 5 до 15 тысяч тонн в месяц. Получается, разные сферы, например, алкоголь вдруг ни с того ни с сего увеличился в продажах, потому что люди сидели дома как-то и пытались загладить те будни, которые были за окном, нас не выпускали 100 метров от дома и так далее. И, конечно же, непьющие люди, которые следили за своим здоровьем, вдруг подумали, а зачем же мне следить за своим здоровьем, вот прям совсем вот не брать в рот сладкого, если можно наконец-то порадовать себя. Это самое лучшее время для того, чтобы порадовать и наградить себя. Скорее всего, здесь, наверное, сыграла стрессовая ситуация, я так думаю, да, и очень многие переформатировались, пересмотрели свое производство. Вы видите, очень много появилось домашних кондитеров, да, то есть люди действительно попытались это сделать, и у них получилось, и это действительно прямо целая ниша — домашний кондитер. Жаль только, что некоторые учебные заведения наши не выпускают теперь специалистов-кондитеров, да, объединили это все в одну специальность — повар-кондитер, где, в принципе, вот эта вот узкая специальность, как кондитер, она потерялась как таковая, то есть ее не стало. Они так по касательной, просто модуль это проходит, как блок. С этим сложно, хотя, в принципе, у нас в стране, я считаю, что кондитерское производство, кондитерская отрасль только набирает обороты. Посмотрите, сейчас начинают набирать обороты замороженные десерты. Например, мы действительно представили их на рынок, да, в собственную торговую сеть, и я считаю, что не прогадали. Сейчас у нас в планах поставить наряду с дефростированными десертами, да, и тортами уже замороженную линейку, то есть чтобы, в принципе, потребитель мог сделать выбор, он покупает размороженный продукт либо замороженный. Не умеют пока люди это покупать, и действительно это все дело как бы пилотный такой режим, но мы хотим попробовать. Потому что я считаю, что лучше пусть будет в изделии меньше ингредиентов, и он будет замороженный, да, чем для увеличения срока годности применение каких-то там, я не знаю, синтетических компонентов. У нас продукция максимально натурального качества. Почему у нас, в принципе, встал вопрос применения технологии шоковой заморозки? То есть, дабы уйти от применения консервантов и стабилизаторов, вот, и гордиться именно натуральным продуктом. Чтобы всем было очень сладко и вкусно, при этом при всем натурально и полезно. Да. Спасибо большое за вашу работу. Я надеюсь, что кондитерское дело будет цвести и процветать, потому что в любом случае все кризисы и так далее, они проходят стороной, и люди всегда хотят себя побаловать вкусным. Спасибо вам большое за вашу работу. Спасибо вам. Спасибо.